смотрю на тебя, я тобою любуюсь, восхищаюсь я тобою и оденусь и обуюсь. Выйду я за дверь, где согреюсь морозом еще долго. Всем привет-привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами Аракис, и сегодня мы с кем-то повоюем. Да, но для начала, конечно же, мы сыграем с Якубовичем. Очень нужно 10 тысяч маны, реально не хватает мне на что-то, не помню уже на что. Сейчас нам выпадет 10 тысяч маны. О, да, ну вот вы видите, уже вот идет. Давай, вот, пожалуйста. Ну не один же мистик. Нихера себе! Ёб твою идти! Один мистик, о божечки, это вообще чума. Так, давайте сыграем. Отвоюем с мировым боссом. Так. Что же у нас? Ну давай. И... Да, проскипаем это дело, не будем ожидать. Кстати, насчет стрима, я думаю, если это видео опять же выйдет сегодня, то есть сегодня понедельник, то стрим должен пройти завтра. Завтра, вы знаете, обновление башни на глобале уж точно. Поэтому хочу сделать стрим по прохождению с 1 по 100 этаж. И видео, я думаю, весь этот стрим, все это действие пройдет после часов 5-6 вечера, то есть 17-18:00. Точное время я скажу уже, объявлю, точнее, в своем превью видео. И также выложу информацию у себя в статусе, на стене, то есть следите просто за моим контактом, хотя бы раз там в день зайдите, и вы будете знать, если вам интересно посмотреть такое видео и вообще стрим. На стриме буду отвечать на ваши вопросы, когда придет время повоевать, отвлечемся мы всего лишь на войну гильдии, да. Аккаунты я ничьи просматривать не буду, то есть весь стрим будет посвящен башне 1-100 и двум воинам гильдии, как-то так. Так, и третий заход, что нам даст интересного. Блин, одного не хватает у меня мобика. Ну ладно. По-моему, он у меня в загашнике валяется. Или нет? Надо будет глянуть. Так, что же у нас интересного выпадет с третьего захода? Я ставлю на 430 тысяч. Нет, 412 тысяч. Вот так. Все, ставки поменяли. И 400... Господи, я 400 не добил. Так, класс. Две топовые руны. Секундочку, я с ними... разберусь, да, пассивочки. И идем на войну гильдии. Да, отвоюем, энергии мне должно хватить. Поехали. Так, начнем, как обычно, по привычке, с плюс один, посмотрим. Так, Квин Рос. Ага. Нет, явно не с ней. Не с ней. Начало недели, вы не смотрите на рейтинг, да, то есть это гильдия 1-2 рубина, да, которые держат. Может, они там где-то, кто-то сливной деф выставил, понятное дело, мы уже выставили. То есть тут такой, не обращайте внимания. Аэрос, просмотрим всех и выберем того, кто мне более интересен. О, мне вот нравится вот этот вот друг. Наверное, с ними повоюем, но сейчас посмотрим. Здесь уже плюс 2. Так, с ним или с этой? Тут, в принципе, одна рама справится. Здесь через вальку, наверное, будет неинтересно. А вот этот бой, я думаю, будет более интересен. Но, опять же, да, первый бой таки оставим. А вот второй я пока не знаю. Сюда бы желательно... какой-то иммунитет, очень желательно иммунитет. И, а иммунитета у нас немного, и даст нам его, скорее всего, да, наш друг Вуса даст нам иммунитет. Так, а вот кем дальше и что делать дальше, я вот думаю. Может взять этого друга и взять Часунку. Что будет, если мы возьмем действительно? Кстати, я вот таким пати уж точно не воевал. Давайте попробуем. Да, это что-то реально будет новое. То есть, смотрите, у меня три стихии. И у него, ну почти, да. То есть, свет не будем учитывать. Три разных стихии. Ну, посмотрим. Барретта, вы знаете, правда, у меня переодет в точность. Под хилы я взял для того, чтобы все-таки, как ни крути, попытаться выиграть. Ну, я думаю, выиграем все-таки пират. Ой, я посмотрел 35 уровень, я не посмотрел на звезды. Он-то 6-звездочный. Поэтому дела такие. И знаете, по скорости он может выиграть. Все-таки, сколько у него там Барретты. Барретта-то у меня не самый скоростной. 177, плюс лидерка, бла-бла-бла. Ну, я думаю, поехали. Ладно. Так, посмотрим, что у нас интересного будет. Итак, second love. Ну же, Валька, я так понимаю, моя окажется, да, быстрее. Потому что уже ходит Меган. Уже ходит... Давай, Виолент. Ай-яй-яй.
Итак, что будет хорошим вариантом? Убить, конечно же, Часунку и одну тычку дать в Тайрона. Давай, Часунка. Да! 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 Просто боги Комтуаса услышали меня. Просто идеально. Лепотень просто. И вот сейчас мы делаем, да. Посмотрите, ну все ложится, ну как надо, да. И... А, ну почти. Ой-ой-ой, хватит, хватит. Почти, вот Валька, блин, подвела стерва. Так, сейчас подхилимся. Ну давай. Да, не знаю, Виолент ли одет, но с Виолентом ему явно не подфартило. Итак, итак, итак. Нам здесь, я так понимаю, да, иммун нужен по-любому, потому что сейчас будет либо раскол, либо вот сейчас стан должен будет быть. Должен будет быть, да. Так, первого, я думаю, будем добивать кого-кого. Давайте Эридаса, наверное. У него все-таки... Если он деспайрит, я почти уверен, что он деспайрит. Два стана, это не есть хорошо. Тем более, стан у него достаточно хороший. Вероятностью будет ложиться. Итак, и давай тебе гланс еще. Вообще красота. Добиваем? Нет, не добили. И так, еще пока висит иммунитет. А вот сейчас он пропадет. Стан, отличненько. Ну, подхила у них нет, видите. То есть он никак не реанимируется, поэтому должен сдохнуть. Ну, неплохо, с фулл хп. Давай тебя еще. Сейчас стан будет. Ай-яй-яй. Оу-оу-оу. Так, вусу-вусу моего не убивай. Пират. Ну, давайте пирата будем добивать параллельно. Да сейчас он и сам, в принципе, сдохнет. Ну, получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Но это было плюс один. Вояка. Прикольная аватарка. А, у них у всех такие аватарки. Почти у всех. Вот. Королева решила выебнуться, да, даже. Королева, блин. Так, посмотрим. Так, не туда я зашел. Слив деф. Ни о чем, не интересно. Тоже. Господи, плюс 2 будет, хоть кто-то интересен. То же самое. Так, о, ну хоть кто-то. Так, один. А это у нас будет второй. Итак, кто нам интереснее? Ну, здесь вот два персонажа пятизвездочных, наверное, нет. Поэтому перейдем мы сюда. Да, 100% сюда. Первая пати. Валька на Вальку. Нет, здесь кто тупанет, я не хочу так. Не хочу брать на такой расчет. Давайте возьмем свою уже, наверное, четвертую стандартную пачку. И в лидеры мы поставим Ашера. Для того, чтобы он третьим скиллом сильнее бил. Да, плюс всем лидерка добавит. А у Бернарда только для него. Так. Я думаю, да, это должно сработать неплохо. Есть скорость, неплохая скорость. Если все хорошо прокнет, мы еще и Хлою его обгоним. Но это дело такое, потому что есть, как ни крути, такой персонаж, как Баретка. Баретка дает им лидерку неплохую. Во второй пати поставим, давайте, пирата. Нет, пират не закатит. Русский стандарт сделаем. Алька и Хлоя, да. Я надеюсь, что здесь не супер какой-то крутейший Вигорь. Ну, в принципе, он нам не должен ничем помешать. Бить он будет кого? Хлою пускай бьют. Удачи ему. Поехали. Поехали, поехали. Да-да-да. Оу, так, я даже не знаю, давать ли скорость. Ну, давайте попытаемся обогнать. Ну, давай тебе дадим раскол. Ай-яй-яй, это не есть хорошо, и Эшером по-любому нужно ходить. Ну, в принципе, знаете, неплохо. Я не жалуюсь, неплохо. Ой-ой-ой, как больно. У Вальки, наверное, 550% шанс крита. Вот такие дела. Так. Следующий будем убивать, наверное, Хлою. Ой, дота это нехорошо. Так, нет, баф у нас уже висит. Отлично. Хлоя под расколом. Хлоя под расколом. И третий скилл у нас нет, уже откатился. Неплохо. Хлоя, до свидания. Хлою вроде бы убили. Так, следующий у нас будет Баретка на очереди. Итак, Барета тоже до свидания. Нет, Баретта оказался чуть жирнее, да и на крит не проперло. Обломчик. Итак. Так, что нас устроит? Что нас устроит? Неплохо, но Веромос оказался, да, не самым медленным. У Веромоса около 170 скорости. Может, даже больше. Еще. Ой, еще и контратака. Ай-яй-яй, нехорошо. Так, сейчас бы Часунку убить, как в прошлом были. Давай, Часунка.
Ну, часунка. Ну, часунка. Тварь такая ты. Отлично. Ну, в принципе, тоже неплохо, да, часунка. Одна в поле не воин. Добиваем эту рыжую. Слушайте, подхилы. Кстати, да, уже очень жду неплохую Виолент-руну, либо там какой-то типа Немезиса на часунку в четвертый слот на ХП, потому что у моей стоит защита, а для хила это, вы знаете, не самый лучший вариант, так как хилит она за счет ХП. Да, защита где-то тоже сыграет свою роль, потому что многие, кто атакует через копера, они обламываются, потому что у часунки 1250 брони. А обогнать это количество не так уж и легко. Через коперов, так как у большинства коперов около 2000 брони, ну там учитывать, конечно же, нужно баф, лидерку, бла-бла-бла. Итак, выберем плюс 3. Так, что у нас здесь? Монах, монах, дальше Эшир, бла-бла-бла. Ну, так себе деф. О, здесь понятно, слив. Ласти шторм. О, интересно на самом деле вот этот вот деф. Но опять же, через вальку убивать его. Хотя, что если мы попробуем соло-раму. Мишки Гами, вас рассмешат своими пиздюлями! Соло-рама? Давайте действительно соло-раму попробуем. Так, 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 только давайте возьмем ему кого-то в лидеры. Кого будем взять в лидеры такого интересного? Может, скорость какую-то? Скорость для рамы 24. Почему бы нет? Давайте, да, возьмем Чхиву. Вы знаете, он у меня раздетый, поэтому можно взять его. Так, и возьмем раму, тем более Чхиву по-быстрому там убьют. Да, давайте возьмем раму. А второй бой, да, оставим как есть. Думаю, да, что белка нам не помешает, надеюсь, да, потому что вы знаете, эти бои с белкой против моей вальки, там 90% вот просто прицел настроен на мою вальку. Ненавидит она ее почему-то. И после этого Тео Марс, ой, как очень больно навешивает. Ай-яй-яй, так, поехали. Рама, рама, рама. Ну, Рама должен, в принципе, все это переколотить. Станов там не должно быть, кроме слипа вот этой вот девочки, да. Фу, отлично, отлично. Чхиву даже не успел и плюнуть. Первое, с кого мы будем начинать? Сейчас, в принципе, посмотрим, кто нас больше всего будет раздражать по 1000 урона. О, еще и контратака. 600, 800, неплохо. Нормально. Сейчас пока они меня сольют. О, заслипали, ну слип, вы знаете, это не стан, то есть она тут же заслипала, тут же его избила, по сути дела. Так, 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 и сейчас давайте еще разок походим, да. 70% ХП, и она уже использовала подхил, ну ладно, в последний раз ты его использовала, да выебывалась. Так, следующим у нас будет, давайте, Чоу, да, Чоу-Чоу будет. Уже он будет бить немножко сильнее за счет того, что он потерял, наверное, своего дружаню, ну там посмотрим. Просто не помню, как точно его там работает пассивка, все эти дела. Неважно, все равно он уже сдох, наверное. 29 тысяч хп. Нет, не сдох. Блин. Это интересно. Ой-ой-ой. Это уже, да, интересный ракурс переходит. Так, и так. Ой-ой-ой. По 15 раз ар ходит. Это прикольно. Очень прикольно. Блин, Чоу еще и подхиливается. Так, может, все-таки арха попытаемся убить? Я смотрю, он вроде бы более тонкий. Итак, давайте прощупай Марха. Ну же. Да, Арха будет проще убить. И я думаю, со следующего захода, если Рама выживет, то мы его убьем. Фул Рама, нормально. Мама мыла Раму. Ох уж этот БДСМ Мишка. Да-да-да. 3400 по ветру. Неплохо, на самом деле. На самом деле неплохо, да. Ну, давайте еще немножко слейте меня. Еще немножко отшлепайте, да, раму. И хватит, не хватит. Давайте лучше уж, да, протестируем. Хватило. Лучше подхилимся, да. Так как Чоу, я так понимаю, все сильнее становится. 9000. Неплохо, да. То есть по огню он вжарил где-то на 1013-14. Ну, не самый лучший показатель, но ладно. Да, рама, вы знаете, у меня явно не деф рама, а хп рама. Поэтому... дамага какая есть. Так, сейчас еще немножко подсольемся. Давайте еще. Контратака. Ой-ой-ой. И сейчас будем бить его. И еще один заход ждать. Надеюсь, он не отхилится за это время. Так, давайте. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Нужно подхилиться. Сейчас он нас еще чуть-чуть сольет. О, давай еще тысячку. И все, до свидания, я думаю. Будем делать. Хватит ему этого.
Твою ж за ногу не хватило. Блин. Давай, криту его. Криту его. Ох, Рама, давай, Рама, давай. Все, до свидания. Ха, доигрался, чел. Ой, люблю такие бои веселые они с этим Рамой. Второй бой. Белка, не вздумай. Не вздумай этого делать. Давай, Бернард, затупи. Отлично. Фух. Ох уж эти моменты. Ох уж эти моменты детства, да. Так. Сейчас с хорошим вариантом. Привет. Привет. Хелл. Так. Так. Белка, умри. И одна тычка. Все. Две тычки. Любчик ты мой. Просто красотушка. Офигенно. Так, и сейчас будем убивать голубого друга. Контратака, это не есть хорошо. Только не еще одна. Подхил. Хотя, в принципе, ладно, пускай уже дохнет, уже не важно. Ну же. Отлично, и у Меган, по-моему, откатился, да. Откатился яд. И вы знаете, у нее сначала снимается баф, а потом проходит урон. И Меган просто шикарно в этом плане. Да. Не у многих так работают скиллы, скажу так. И что скажу, победа, естественно. Конечно же, да, что я вам еще хотел показать. Покажу руны, которые я использовал на монстрах. Иногда я это забываю делать. Итак, вот моя Меган. Вы видите, скорость не самая лучшая. Точности, в принципе, неплохо. По ХП, ну, ей хватает, скажу так. Одета она вот так, Виолент контратаку, больше для данжи. Вы видите, руны печальненькие, но в них она рулит. В данже. Так, кого мы еще сегодня использовали? Пирата не юзали. Вот мой Вуса, такое одетое, лишь бы от фонаря, лишь бы что-то одеть. Да, то есть такие сеты, чисто, не знаю, чтобы просто, наверное, не голый валялся. Хлою мы юзали, Хлою все мои так видят, я его не переодеваю, не улучшаю. Баретта, Деспайр Фокус, понятное дело. Вот. Кому интересно, можете поставить там паузу, рассмотреть руны и тому подобное. Так, кого мы сегодня не юзали? О, сегодня мы не юзали, по-моему, Тессариона. Странно на самом деле, ну ладно. И в Эрдехале, по-моему, не юзали. Ох уж эта память. Да, по-моему, не юзали. Едем дальше. Чхиву мой, понятно, вот так вот одет. Да, суперские руны топовые. Мой Бернардик. Бернардик, вот сколько там выходит. 146 скорости, да, не лучший показатель. Вот как минимум из-за вот этой руны. Из-за вот этой руны тоже не лучшие показатели. Но будем стараться. Моя Валька. Понятное дело, мечтаю о том, чтобы ее переодеть, но пока что есть. Пока то, что есть. Да, вот такие вот у нее статы пробежались. Кого мы еще юзали? Часунку. Часунку очень хочу переодеть в Немезис, для того, чтобы она чаще ходила за счет потери ХП. Да, и это будет круто. И надеюсь, какой-то Немезис вот желательно сюда выпадет. Либо Виолент, который я тоже заменю на ХП. Видите, я ее держу просто из-за вот этого вот бонуса. Бонус по здоровью плюс защита. Знаете, в сумме вот эти вот два показателя работают очень и очень неплохо. Даже где-то вот этих 7% точности и 5 скорости тоже свое немножко дают. Так, ну естественно, король сегодняшнего действия это Рама. Рама, да, который сражался у нас почти в соло, так как Вуса скотина сдулся сразу. Да, вот такие показатели у моего Рамы, это сколько там, 39 с копейками тысяч хп. Скорости, да, не самый большой показатель, но знаете, вот такой комплект как Немезис дает ему просто огромнейшую привилегию, и зачастую он догоняет свою скорость чуть бы не до каких-то таких средненьких Хлой, то есть, если взять, перевести атак бар на скорость, то есть по скорости он себе делает скорости около там чуть бы не 200, а это круто для Рамы, я считаю, плюс при таком показателе здоровья, так еще и плюс при вампирике отхилиться там на 9-10 тысяч с третьего скилла, это тоже неплохо, плюс с каждого его хода с первого скилла он также хилится, плюс второй, блин, сплошной подхил. Кого мы еще использовали? Белку, да, по-моему, мы ее взяли, вот такая вот у меня белка. Сколько-то у нее там 26 тысяч хп, около того. Скорости тоже, я считаю, неплохой показатель. Вот точность хромает, хотя бы 50 ей сделать, и будет хорошо. И вот мой Эшер, сколько-то у нее там, почти 39 тысяч хп, 201 кд. Вот шанс крита хромает, вот догнать бы до 80, и я думаю, будет шикарно. Мой Веромос, которого я не юзал, ну а все остальное такое раздетое, либо полуголое, либо мы не юзали. Спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно было чем-то для вас интересно и познавательно. Кстати, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу, в которой есть все ссылки в описании. Действительно, добавляйтесь в группу, там вы сможете задать какой-то вопрос, получить ответ на него же, помочь каким-то людям, если вы знаете действительно ответ на этот вопрос, и получить много хорошей информации, к примеру, на такие вопросы, а на кого же будет следующий ход.
стихов. На кого, да, вам группа не скажет, но какого числа и на какую стихию, да, вам группа в этом подскажет. В одной из тем вы найдете эту информацию. Также вы сможете там продать, купить аккаунт через группу партнеров, которые у нас есть тоже в ссылках добавлено. Обращайтесь к ним, если что. Кстати, я являюсь гарантом. Если у вас намечается сделка, покупка-продажа, я сделаю так, что ваша сделка пройдет со 100% вероятностью и четким раскладом, да, никто никого не кинет, и все пройдет хорошо. Также смотрите мои стримы. Стримы у меня будут выходить теперь намного чаще. Запасайтесь печеньками, жду вас завтра вечером. Время я уточню у себя на стене ВКонтакте. Также еще выложу дополнительное видео-превью. Посмотрите его и будете в курсе. Всем спасибо, народ. Всем удачи. Лучших вам воин гильдии, лучших вам призывов. И качайте, самое главное, правильных монстров. Пока-пока.